Всем привет, всем доброго времени суток, ребята. Я сегодня вам покажу подробно все секретное место в звездных пустошах. И я сейчас это вам на карте тоже покажу. Вот, находится это здесь, звериное прибежище в звездных пустошах. Вот, хорошенько я вам покажу все это. И вот так, ребята, сейчас покажу вам дорогу. Погнали. Тут место секретное. Попасть туда очень сложно, откровенно говоря. Я сам несколько раз помер тут, но я сейчас вам покажу оптимальный вариант спуска вниз. Вот, здесь спускаемся вниз. Вот тут очень осторожно, ребята. Тут тоже осторожно падаем вниз. Тут вот на эту башенку надо нам упасть. Вот, 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 осторожно. Вот сюда. А вот дальше уже нам придется еще раз опять спуститься вниз. Вот. Для этого мы тут вот прыгаем вот туда, вот сюда. Здесь очень осторожно, очень осторожно. Если упадете, умрете. Поэтому как можно осторожно играть, ребята. Но зато нас в конце ждет приз. Вот. И еще тут есть эти вот недоброжелатели. Их убивайте, чтобы они вам не помешали. Вот. Их немного, там пару штук. Так что посмотрите сами, ребята. Вот. Здесь опять вот по стенке, по выступам. Вот. Аккуратненько спускаемся вниз. Очень аккуратненько. Если упадем, то умрем. А здесь вот туда вот надо сделать прыжок. Вот прыгаем и спускаемся опять вниз. Вот этого тоже убьем, чтобы он нам не помешал. И все, ребята, мы почти дошли. И здесь мы получим такой хороший кинжал, симпатичный. Сейчас возьмем. Называется этот кинжал Чинкуэда. Не знаю, правильно произнес или нет. Сейчас посмотрим, что этот Чинкуэда из себя представляет. Так, хороший кинжал. Посмотрим, потестируем, посмотрим, как это делается. Чем это едят, короче, вот так. Посмотрим, какие навыки у этого кинжала есть. Ну, можно, конечно, пользоваться. Кто любитель кинжалов, может пользоваться. Вот так. Вот такой пассивные навыки есть. Итак, Чинкуэда. Вот так, ребята. Сила и ловкости надо 10, чтобы пользоваться этим кинжалом. А это у всех есть. А сейчас пойдем немного вперед и посмотрим, что еще там есть. Что еще там есть. Вот этого тоже побьем. Вот, еще один лут там лежит. Сейчас посмотрим, что это. А это у нас талисман, щит с гербом дракона. Сейчас посмотрим, что это нам дает. Талисман, щит с гербом дракона. А это вот нашел. А это нам дает повышает сопротивление физическому урону. Вот так, ребята. Вот это можно надеть во время боя с боссами. Очень, думаю, поможет боссами, которые физический урон наносят. Они там магия и все такое. Вот так, ребята. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Всем добра и мир. Берегите себя, ребята.